Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ENSC49. Антициклон ослабеет, и на территорию Западной Сибири снова придет небольшая волна с грозовыми дождями. Но Новосибирск пока останется в теплом секторе, где ожидается сухая и жаркая погода. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 18 августа осадков не прогнозируется. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночная температура составит 12-14 выше нулевой отметки. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Сейчас прогноз на последующие двое суток. 19 утром и днем кратковременные дожди, грозы. В темное время суток 13-15 выше 0. Днем ожидается теплая погода и плюс 21-23 градуса. 20 без осадков, но ожидается похолодание. В ночные часы 6-8 со знаком плюс. В светлое время суток температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!